Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Всех прихожан мечети Ярдам и наших благотворителей, наших попечителей и наших реабилитантов, и всех мусульман поздравляю с наступающим месяцем Рамадан. Желаю, чтобы в этот месяц вы провели как можно больше поклонений, приблизились к Аллаху и стали еще более искренними, еще более чистыми. Я знаю, что старания на пути Аллаха, особенно в месяц Рамадан, обязательно приведут нас в джаннат.